Начинаем строить дизайн со стороны. Берем диагональные проборы, которые двигаются от виска в сторону центра затылка. Наклон этой диагонали равен наклону скулы только в противоположную сторону. То есть он не резкий, он почти горизонтальный, слегка наклоненный. И движение происходит от внешней формы, от края роста волос и к внутренней форме наверх. Каждый последующий пробор разделяется параллельно предыдущему. Красная стрелка показывает элевацию. На каждой пряди происходит элевация с одинаковым углом наклона. Этот угол наклона видно на красных пунктирных стрелках, которые показывают направление прядей –